Сергей Семенович обещает, что служит. Хорошо, да, мы обязательно поедем. Обещает, если вы питерцам скажете, что нас примут. Это галерея героев, видимый в Эрмитаж. Очень красивые вещи. И галерея. Есть триумфальная арка. Одна? Духовные светские, да? Духовные светские, замечательно. Духовные перед нами. Храм Христа Спасителя, да? На прошлой Олимпиаде в Пекине у нас было третье место командное, это правда. Розотор было на 10 медалей меньше. Поэтому в целом у нас результат вполне удовлетворительный, хороший. И понятно, вот Саша сидел от меня, вы уже знаете, кто он такой. Он вполне мог быть и чемпионом, но олимпийский бегун в этот раз. Но спорт есть спорт, мы с вами понимаем. Значит, но в целом команда выстроила неплохо. В целом очень хорошо, на мой взгляд. Но все-таки это плюс 10 медалей, и половина из них это золотые. Золотого достоинства, это хороший результат. Это говорит о том, что мы в целом набираем неплохие обороты. Да, на самом деле у нас на Круглом озере сейчас шикарные условия для того, чтобы жить, тренироваться, восстанавливаться. Все процедурные аппараты есть, чтобы лечить свои болячки. Поэтому условия сейчас, да, на самом деле шикарные. Ну, у дзюдоистов, да, нам построили академию дзюдо в Звенигороде. Тоже шикарный зал со всеми удобствами. Причем гран-шлем московский, да, это очень серьезный турнир. Всего три таких турнира в году. Это в Москве, в Париже и в Токио. И вот один из этих турниров проходил как раз на этой базе. Поэтому все по высшему уровню. Дзюдоисты вообще порадовались. Такого результата не было не только у России. Такого результата, по мнению специалистов, не было вообще за всю историю Олимпийских игр ни у одной страны. Мы в этот раз и выступили лучше, чем основатели этого вида спорта, японские дзюдоисты. 3 золотые, серебряные, вот у Саши и бронзовая медаль, 5 медалей. Вот. Я вам расскажу маленькую историю. Думаю, что тренер нашей сборной, господин Гамба, не обидится на меня. Мы в 2010-м, Саша, ты, по-моему, перед Новым годом, в 2010 году, да, я пришел на тренировку в сборную. Ну, мы встречаемся не так часто, как бы мне хотелось, но достаточно регулярно. Я езжу к ним на тренировки не только там, в Питер, как было в прошлый раз, но и в другие места, где они проводят сборы. Но это было после чемпионата мира, по-моему. В 2011 году, значит, вот, после чемпионата мира. И выступили скромно. И я у тренера спрашиваю: слушайте, вы же говорили, что результаты будут. А как это все выглядит пока кисловато? На что он мне отвечает: в 2011 году вся стратегия и тактика направлена на то, чтобы команда подошла на пике своих возможностей к Олимпийским играм. Я говорю: слушай, ну как-то далековато еще до Олимпийских игр. Он говорит: у нас все рассчитано. Я говорю: хорошо, если у вас так все хорошо рассчитано, сколько медалей будет? Он говорит: ну, 3 точно, может быть, 4. Да, я... Ну, вообще, откровенно говоря, для российского дзюдо 3-4 это вот тоже очень много. У нас и такого результата раньше не было никогда. И вот когда я приехал на Олимпиаду в Лондон, и когда уже мы выиграли 3-ю золотую, уже была 1 серебряная, Саша еще не боролся, бронзовая была, а Саша еще не боролся, после этого он еще завоевал и серебряную медаль. Ну, это уже был колоссальный успех. 3 золота и бронза. И вот тренер ко мне подходит, все очень эмоционально было, конечно, подходит и говорит: я обещал, я говорю: да, я мужчина. Да, но это все было таком, конечно, на подъеме, на эмоциях. Но в принципе я хочу сказать, что в целом наши спортсмены выступили очень достойно.